Всем привет, с вами Car Today. Сегодня мы с вами поговорим о том, как связать обычный классический карповый поводок. Можно сказать, что этот поводок является универсальным. Лично мы, команда Car Today, используем этот поводок во всех своих рыболовных сессиях и даже в спорте на соревнованиях самого высокого уровня.
Ну вот мы рассмотрели, как вязать самый простой карповый монтаж. Как вы видите, у него есть самая его обычная версия. Это когда вы снимаете часть оплетки, у вас есть волос определенной длины. Как мы это вяжем, это очень удобно. Длину уже насадок вы можете регулировать с помощью специальных стопорков. Также пошли модификации. Можете использовать его с обычной термоусадкой для того, чтобы придать угол атаки. Можно использовать специальные лентяйки. Также на волосе вы можете использовать вот такие силиконовые трубочки для того, чтобы изменить место выхода волоса. Если у вас двухсоставной бойл, для того, чтобы они не разваливались, вы можете на волос одевать специальные стопорки. В общем, вот такой классический карповый монтаж с различными модификациями. Берите на вооружение, тренируйтесь, вяжите. Только на практике вы сможете отточить свое мастерство при вязании карповых оснасток. С вами была команда Carp Today. Если вам понравилось это видео, поставьте нам лайк, пишите нам комментарии, замечания. Также для того, чтобы не пропустить наши следующие видеоролики, кликните на специальный колокольчик в ленте нашего канала YouTube. Ролики у нас выходят практически каждую неделю. Следите за выходами, подписывайтесь. Всем привет!